Доброго времени суток, дорогие зрители. Это видео посвящено такой проблеме, как простуда, которую вы можете забить прямо в зародыш. Если вы пришли с улицы и чувствуете, что вы простудились, вас знобит, вам холодно, это значит, что ваш организм потерял ту часть тепла, которая ему необходима для нормальной жизнедеятельности. Он старается ее сохранить тем, что поднимает вашу температуру даже до 40 градусов. Это мы не любим. Начинаем пить аспирин. Все это поможет, но будете мучиться 7 дней. Я вам даю рецепт, при котором на следующий день вы будете здоровы. Для этого искусственным путем вы должны добавить вашему организму то тепло, которое он потерял. Это мы делаем с помощью электрофена для сушки волос. Включи его. Выключи. Для этого мы будем нагнетать тепло в шаровары и под, например, свитер. Одежда должна быть просторная. Сначала нагнетаем тепло в штанины. И двигаем фен плавно от одной ноги к другой. И чувствуем, как нам становится приятно от сухого тепла. И чувствуем постепенно, как проходит озноб. Это мы делаем в круговую. В течение секунд 30. Теперь меняем направление воздуха и загоняем этот теплый воздух под свитер. Уже обжечься можно. Не доводите до ожогов. Делайте так, чтобы было приятное, приятный горячий воздух. Теплый. В меру теплый. Фен не более жечь. Горячий. Фен, чтобы не сжечь, чтобы воздух доходил. Да, фен нельзя одеждой перекрыть сзади, иначе он может перегореть. Мне больше сюда нравится. Все, теперь выключаем фен. Сейчас, чтобы не согрелся. Мне вот так подержать как раз на одном месте больше нравится. Теперь минуты 2-3 закрепляем эффект и чувствуем, как нам становится тепло. И простуда не зайдет далеко. Это мы повторяем в течение часа несколько раз. Такие подходы. Я вас уверяю, что на следующий день простуда уйдет. И вы даже забудете. До свидания.